Установит экспертиза. Изящный, удобный и, самое главное, долгожданный. Уже через несколько часов открывается новый мост, соединивший Павшинскую пойму с Москвой. Вторая в России по величине пешеходная переправа станет настоящим подарком для тысяч жителей района. Много лет они добирались до столицы буквально огородами, либо прямо по замерзшей реке. О последних приготовлениях перед открытием расскажет Леонид Шепелев. Это одиночные заряды, которые будут с моста. На этом мосту работают не диверсанты, а профессиональные пиротехники. Готовят праздник, в центре которого вот эта переправа. Настоящий подарок для жителей Павшинской поймы. Берега соединятся под грохот музыки и красочный салют уже сегодня вечером. Будут работать одиночные фейерверки на мосту. То есть линия сначала пробежит в одну сторону, потом вернется обратно. Обратно вернется на сторону Красногорска, и там начнется уже основной салют. Пешеходный мост через Москву-реку соединяет подмосковный Красногорск со столицей 400-метровым вантовым сооружением. В него вложились застройщики жилых кварталов. Больше миллиарда рублей и не рубля из бюджета. Вантовый мост — это всегда элегантно, красиво, легко. Нету опираний в реке. Не мешает судоходству. Когда жители Москвы и Подмосковья едут по МКАД, они обращают внимание, что они попадают в некую другую атмосферу. Нам удалось ее создать. Это очень трудная задача, но мы ее реализовали. Второй по величине пешеходный вантовый мост в стране. Изящное решение транспортных проблем 45 тысяч жителей Павшинской поймы, регулярно выезжающих на работу в Москву. Раньше они были вынуждены делать крюк, ползти до метро в маршрутках по вечно забитой пробками Волоколамки, тратя на дорогу до 40 минут драгоценного времени. Зимой, конечно, появлялась возможность сокращать путь по льду через реку, однако это было рискованно. Сегодня риски сведены на нет. Запас прочности у моста таков, что если заполнить все его пространство людьми, он не шелохнется. Были произведены нагрузки в центральной части 80 тонн, береговая часть была нагружена по 40 тонн. Испытания прошли успешно. Строители счищают с пролетов выпавший снег, электрики проверяют освещение, а жители, бегущие мимо моста до станции метро Микинина, уже корректируют свои маршруты. Всегда хорошо, когда есть более короткий путь. Это же очень удобно и хорошо, кто вот живет вот там. Отсюда сюда приехал, туда перешел, и вся любовь. Леонид Шепелев, Сева Цавичев, Сергей Войнилович и Олег Добин. Вести, Москва.